С каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Наконец-то. О, сиденье не откинешь. Какой красивый. Почему золотые ворота, а он не золотой? Здесь так много детей. Наверняка у них крутые истории. Конкуренция делает нас сильнее. А что, если им не понравится? Если рассказ не подойдет, он должен быть идеальным. Когда ты родилась, твой брат сказал, что ты лупоглазая. Чего? Но мне казалось, что у тебя самые прекрасные глаза на свете. Мы все разные, Камала. Гордись тем, кто ты есть. Люблю тебя, Абу. И я тебя. И я уверен, что ты победишь. О, и ты только представь! И победитель конкурса на лучший фанфик всех времен и народов – «Мстители против ящерицы с канализации» Камалы Хан! И толпа мне аплодирует! Вот это настрой! Обещай мне одно, в любом случае. О, я же хороший, Абу. О, Бета, важно не быть хорошей. А поступать хорошо. Именно так. Друзья, мы приближаемся к штабу Мстителей на западном побережье и вскоре приземлимся на Химеру. Скорее, Абу, идем! Ладно, ладно, куда так мчишься? Конкурс фанфиков, я иду! Добро пожаловать на День Мстителей. Все VIP-гости и члены жюри должны зарегистрироваться на стойке конкурса. От лица Мстителей и Щита желаю вам приятного дня. О! К несению службы готова, Кэп? Она такая крутая! Интересно, он в жизни такой же высокий? Ого! Хорошо, что это просто статуя. Отлично позирует! Как обычно. Добро пожаловать на День Мстителей. Привет, финалистка. Как тебя зовут? Камала Хан. А это мой папа. Юсуф. Хан, отлично. Не забудь поучаствовать в охоте за комиксами. Соберешь все 5 и получишь место на VIP-балконе. Как только раздобудешь все, отсканируй телефон у лифта и проходи. Удачи! У тебя вроде и так полно комиксов, нет? Но я должна попасть на VIP-балкон. Круто, но хотелось бы посмотреть на них вживую. Тут сказано, что тебе надо просканировать штрих-коды на каждом стенде по комиксу. Даже не знаю, куда пойти сначала. К автоматам или к молоту Тора. А я пойду за мороженым.
Мята, шоколад? Чтобы узнать, да, спасибо! Капитан Америка и Мстители? Схватка супергероев? Ого! Халк, крушить! Этими тощими ручонками? Похоже, мне лучше тебя не злить. А есть обезжиренные? Боюсь. Подойди, покажи. Ого! Можно опробовать жар вдовы. Видимо, если я хочу получить комикс, надо сыграть. Как насчет башни? Такой комикс у меня уже есть. А нужен с Капитаном Америка для комплекта. Погоди, если у тебя будет повтор, поменяемся? Ха, конечно! Класс! Увидимся! Я Железный Человек. Я Железный Человек? Круто! Божечки, репульсорные перчатки! Боже мой! О, это так круто! А, что еще за мерзость? Ого. О, виноват! Ты такая маленькая, едва видно. Не надо склоняться перед сыном Одина, хоть твой порыв и понятен. Так кто ты? А, Камала Хан. Ага. А что за вещь у тебя в руках? О, высокоплотный мионный луч, репульсорная перчатка. Первая любовь Тони Старка. Во имя Одина. Такая же опасная, как и он сам. М? Вы шутите? Угадала. Узри, вот оружие, которое совершенно... Ого. Кто бы ни взял этот молот, если он... Она достойна будет обладать силой Тора. Верно. Вот что отличает поделки Старка и мощь Бога. Наверное. Но каждый герой должен с чего-то начать. Так? Да, да, конечно. Ты дитя, как я посмотрю, мудра не по годам. О, спасибо. А вы тоже. Камала Хан.
Я запомню это имя. Я что, только что говорила с самим богом грома? Офигеть! Главный приз. Комиксы. Соберись. Не забудьте, что встреча с Мстителем начинается в 12:30 на главной сцене. Не упустите шанс познакомиться с величайшими героями Земли. Берегись! Я почти вот это волосы. Я думал, не постричься. Ничего. Не думал и не подумаю. Точно, точно. Надо поддерживать имидж. О нет, эти комиксы закончились. Этим щитом Кэп врезал Гитлеру во время Второй мировой. С ума сойти. А ну отойди. А, простите. Пускали бы только настоящих фанатов. Эй, с чего ты взял, что я не фанат? Я имею право здесь быть? Думаешь, Мстители твою писанину читали? Вали отсюда! Если весь мир хочет тебя подвинуть... Твой долг врасти в землю, как дерево, посмотреть им в глаза и сказать «нет». Подвиньтесь вы. Что? Кто это сказал? А фанат бы знал. Ага. Да пофиг. Пошли отсюда. Комиксы кончились. Знаешь, я бы сказал, ты довольно смелая. Спасибо. Ты поклонница Капитана Марвел. Ее нет здесь, но ты бы ей понравилась. Простите, вы Капитан Америка. Я Камала. Камала Хан. 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 Это в твоем рассказе были злые ящеры? Из канализации, да. Да, точно. Тор был в восторге. Говорит, в Асгарде ящерицы в трубах – это проблема. Вы читали мой рассказ? Мы все прочитали. Вот это да! Эй, Кэп, нам пора на сцену. Тарлтон уже на взводе. Не видела Тора, он должен быть здесь. Я его видела. Я видела его. Он был у стенда Старка. Но, кажется, он оттуда ушел. Я сама видела. А это кто? Нат, позволь представить тебе одну из конкурсанток. Это Камала Хан, специалист по ящерицам в канализации. А, да, точно. Мне понравилась история про меня с крышкой люка. Было круто. Разве это сравнится с тем, что вы сделали с мадам Гидрой? Просто жесть. Может, пойдем на сцену? Точно. Рад знакомству, Камала. Еще увидимся. Увидимся. Капитан Америка и Черная Вдова. С ума сойти. Пишите мой значок. У вас... Можно я все возьму? Есть ручка? Еще один комикс. Знаешь что? На вид ты достойный кандидат. Видимо, если я хочу получить комикс, это надо попробовать. Века. Можно мне? Конечно, попробуй. Почти достойно, это уже неплохо. Вот твой комикс. Спасибо. Почти собрала. VIP-балкон, жди меня. Еще комиксы. Наплюй ты это на выходке Старка. Это те ученые из телека.
Меня сейчас стошнит. Терриган, шаг к новому миру. Не игрушка для миллиардеров. Не все потеряно. Думай о самом главном. Наша работа изменит мир, Джордж. Я знаю, ты не любишь показуху, но ведь оно того стоит. Ему нужна власть, доход. Обойдется. Это твой шанс. С деньгами Старка и твоим умом ты станешь героем для всех этих людей. До цели нам рукой подать. Вот вы где. Брюс. Где ты пропадал утром? Срочная работа была. Я знаю. Что такое? Ничего. Так, пустяки. Просто какие-то странные показатели у реактора. Джордж, может, ты был прав. Может, мы поспешили демонстрировать его публике. Давай еще разочек изучим все данные. О, да, да, конечно. Спасибо. Ты уж прости. Эй, что ты здесь делаешь? Упс. Я, заблудилась? Ну, конечно. Давай отведу тебя к главной сцене, ладно? У меня уже есть такой. Постой. Может, я смогу поменяться с тем мальчишкой? Эй, я нашла комикс, который тебе нужен. Супер. Давай меняться. С тобой приятно иметь дело. Все, я все собрала. Осталось подняться на VIP-балкон. Соберите 5 эксклюзивных комиксов и попадите на VIP. Директор Фьюри! Директор, вас не тревожит, что реактор Геликарьера может не выдержать нагрузки от Терригена? Мы ведь мало знаем об этом. Мы полностью уверены в нашем проекте. Химера воплощения безопасности и силы Мстителей и щита разума. Спасибо. Бруно мне в жизни не поверит. Девочка, осторожней. Окей. Бета, это лифт к твоему балкону. Надо только отсканировать телефон. Собрала комиксы? Сезам, откройся! Идет царица комиксов! Представить новый источник чистой энергии под названием Терриген. Говорят, что он очень мощный. О нем вам расскажет человек, который его... Доктор Джордж Старлок. Привет, Сан-Франциско! 40 приятных людей, кафе и плохих парковок. Парковками, надеюсь. Вижу. О нет, это опасно. Нам надо уходить. Идем. Для аварии это слишком. Это не авария. Тор, Тони, вы туда. Лечу.
Не отставай. Готовь квинжет, Над. На всякий случай. Есть. Ты меня ждешь? О, да, разумеется. Подумал, поддам. О, а вот это уже куда интереснее. Действуем быстро. Тогда догоняй. Постарайся расчистить проход. Есть. Давай! Нам нужна подмога! Вы недостойны! Тони, Тор, доложите! Тут люди в ловушке. И много человечков с оружием. Я только что поймал автобус. Надо было плотнее завтракать сегодня. Тор, спасибо за помощь. За этими завалами есть еще люди. Понял. Держитесь сзади. Я разберусь. Мы за вами, Тор. Тор, спаси нас! Будет весело! Тор, с кем мы имеем дело? Они пока не представились. Погодите, это же вроде оружие щита. Я свяжусь с командором Хилл. Кэп, они неспроста напали сегодня. Согласен, Пирс. Я останусь на Химере, пока не выясним, что происходит. Помогите! Пожалуйста! Вы ранены? Нет, просто застрял. К счастью, для вас я силен. Спасибо, Тор. Бегите в укрытие. Тор! Тор, спасибо! Не высовывайтесь, помощь на подходе. Отойди назад, бог грома! И все веселье тебе одному. Надо признать, вышло впечатляюще. Ты удивлен? О, наглеешь. Мне это нравится. Берегись! Ты. Смешно. Мы теряем. Совпадают с номерами угнанной колонны щита. Это из утренних сводок Юри, которые я не читаю. Ну же, Тони, это важно. Ладно, как скажешь. Ракеты Пульсар?
Рад, что Фьюри держит мою лучшую технику в одном месте. Эти ракеты рушат все кругом. Да, я знаю. Я сам их делаю. Кэп, надо защитить кристалл Дерригена, если в него попадут. Да, мы знаем. Доктор Тарлтон направляется в реакторный отсек. Сидите в укрытии. Так, кто из этой массовки в меня стрелял? Мстители, колонна везла секретные прототипы щита. Юрий ищет грузовую декларацию. Гуси жива-здорова. Я не думал, что ты это услышишь. По идее, они уже должны разбегаться. У меня чувство, что с нами играют. И здесь творится что-то еще. Кто задумался поставить пулеметы на грузовики щита? Тони! О, точно. Это я. Ничего, все прекрасно. Надеюсь, у них нет. Вот ведь дрянь. У них танки пульсар. Кэп, почему корабль движется? Он же не готов. Кто-то запустил протокол безопасности. У Химеры включился автопилот. Все серьезно, возвращаемся. Нет, зачистим мост. Это оружие не должно попасть в город. Принято. За дело, Брюс. Я сегодня был как-то больше настроен на встречу с фанатами и вкусняшки. Соберись, Тони. Мстители, докладывайте. Танки скоро раскурочат мост. Он рухнет, если мы с ними не разберемся. Поспеши, здоровяк! Я больше не выдержу!
изобретение опасны, Стар. Эй, это оружие было для хороших парней. Это что, шутка такая? Хватит уже! Соберитесь! Кэп, что там происходит? Сам не понимаю, Нат. Кажется, реактор неисправен. Странные показатели на мониторах. Тянет к тепловому сигналу в заливе. Над, город будет уничтожен. Повтори, Кэп, я тебя не расслышала. Над, ты слышишь? Внимание! Химера атакована! Берегись! Начать эвакуацию гражданских! Стив, прием! Нат! Нат! Тарлтон, вы слышите меня? Нам перерезали связь! Капитан, у нас проблема! Так, я в курсе! Они пытаются угнать Химеру! Другая проблема! Я никогда прежде не видел таких показателей! Я буду у вас, как только смогу! Подпитывает реактор! Это невероятно! Ловите его! Долго корабль так не протянет! Я пытаюсь, я... Пастух? Мстители, прием. Автоколонна перевозила высоколетальную ультразвуковую бомбу. Противник хочет взорвать ее в городе. Мы падаем. Повторяю, ультразвуковая бомба. Немедленно захватите ее. Звуковая? Это розыгрыш? Разве ООН их не запретила? А ну-ка посмотрим. Эффектное появление. Таскмастер. Нам нужен детонатор. Если бомба взорвется, она уничтожит все в радиусе 10 миль. Что ж, чего мы ждем? Один бывший агент не за другого. Не отставай! Я кое-чему научился с нашей последней встречи. Правда? Вот тебе еще один трюк. Я зову его надрать тебе за... Опоры моста под контролем!
сейсмические показатели. Тони, грузовик! Ага. Проголодался! Это я заберу. Знаешь, я надеялся на встречу. Забавно. Сейчас есть это. Черт. А ну отдай! Попробуй отними. Записываешь, как обычно? Мне надоели твои танцы! Понять, что происходит? Сдаешься? И за что? Ну и что же тебе удалось выяснить? Что ты явно не мозг этой операции. А еще, что ты хочешь меня отвлечь. Хватит болтать! Трусиха!
В чем дело? Не любишь сюрпризы? В следующий раз будь внимательнее. Этого ты не ожидала. Думаешь, вы победили? О чем это ты говоришь? Оглянись, Романов. Мир запомнит этот день. День, когда герои подвели их. Что происходит? Город рушится. Ты слышишь? Убирайся оттуда! Это... К черту! Нет. Лет назад «Мстители» представили опасную, неиспытанную технологию, что привело к катастрофическим последствиям. Всеми любимый Капитан Америка погиб, предотвращая кражу этой технологии. Погибли и тысячи невинных граждан. На многих остались шрамы со времен катастрофы Дня Мстителей. Сотни заболели, попали в плен странных коконов и, выйдя, обрели особенные противоестественные силы. Неизлечимая болезнь быстро распространялась по всей стране, и хотя и щит, и мстители обещали справиться с ситуацией, конец эре героев положил своим выступлением доктор Беннер. Ваши так называемые герои превратили Сан-Франциско в отравленную газом зону отчуждения. Появились могучие мутанты, сеющие хаос по всей стране. Многие скрываются среди здоровых. Я повторяю вопрос, доктор Беннер. Опасны ли мстители для общества? Да. Объявленные вне закона, некогда могучие герои разбежались. Но из боли родилась надежда. После ликвидации Stark Industries, доктор Джордж Тарлтон, также жертва Дня Мстителей и основатель компании АИМ, считает науку ответом на проблемы нашей страны. Хотел бы я знать, что случилось с капитаном Роджерсом, но... Увы, я был далеко от реактора. Ответов у меня нет, но одно я обещаю. Свой второй шанс я использую, чтобы защитить вас. А им найдет лекарство от болезни нелюдей. Утешительные слова для семей, которых коснулась болезнь. Но правдивы ли они? Многие критикуют методы АИМ. В так называемую армию сопротивления стекается все больше людей. С вами Фил Шелдон с репортажем да, годовщины да, Дня Мстителей. Сами не видят, что творится у них под носом. Ну же, куда же вы делись? Должен быть хоть какой-то намек. Приветик. Если получится, копируй, что сможешь. Мы тебя найдем. Другое дело. О, Ретро Старк. Мы можем поговорить, Бетта? Да, конечно. Через пару часов девочки уезжают в мусульманский лагерь. Ты еще не опоздала на автобус? Сегодня? Мы же это обсуждали. В этой поездке ты сможешь отдохнуть от всего этого. Побыть на воздухе, с друзьями. Наки расстроится, если тебя не будет. Ты прав. Я подумаю. Ладно. Хорошо. Там будет мороженое. О, и главное,
Там не будет никаких мальчишек. Люблю тебя. И я тебя. Ты не понимаешь. Ладно. Что у нас там? Подсказка к паролю. Первая любовь? О! Если... Что? А... Давай, Камала, подумай. О, точно! Блин. Да ладно. Ну нет. Не может быть. Боже, я вошла! Мне просто не верится! Так, все скопировать. Слава эгоцентризму Тони Старка! Что это? Нет, нет! Нет, 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 нет! Накрылся! Я точно что-то нашла. Лучше смотреть это в штабе. Надо же, как заволновались. Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке.